Привет, друзья! С вами Константин Горбунов. И сегодня я хочу пригласить вас на беспрецедентный, ежегодный, ну, в общем, как обычно, вебинар «Разбор 10 лендингов в прямом эфире». Большая часть ребят, которые действительно следят за моим творчеством больше года, помнят такие вебинары. Мы их проводим действительно с 2015 года. И все, что нужно сделать для того, чтобы я посмотрел ваш лендинг, это прислать на него ссылку, то есть заполнить анкетку. А для того, чтобы просто попасть зрителем на этот вебинар, нужно всего лишь зарегистрироваться чуть ниже. На вебинарах встречаются довольно интересные разные лендинги, бывают очень классные, очень крутые. Бывают, встречаются вот, например, с такими блоками. Я думаю, вот так будет посимпатичнее. И причем это оригинальный монтаж, не думайте, что я как-то растянул блоки или еще что-то, действительно, именно такие блоки, ну, пожалуй, только здесь я лишний. На самом деле, анализировать лендинг-пейдж только с визуальной точки зрения, это, конечно же, неправильно. И нужно смотреть хотя бы какую-то статистику, аналитику, Яндекс.Метрику, ваш трафик, который приходит, тому подобное. На этом разборе, к сожалению, мы не сможем посмотреть все ваши метрики, потому что на это уйдет слишком много времени. Но я обещаю, что мы посмотрим, во-первых, первые 10 лендинг-пейдж, которые пришлете вы на формы, и также посмотрим в конце ваши лендинг-пейджи, отберем, наверное, еще штук 20, которые будем смотреть прямо из чата. Поэтому, если вы хотите, чтобы я разобрал именно ваш лендинг, то обязательно пришлите его в форму ниже. Второе, обязательно зарегистрируйтесь на вебинар. Третье, приходите на вебинар. Мы будем, естественно, рассматривать тех ребят, которые присутствуют на вебинаре. Не забывайте. И я попробую показать и объяснить, какие блоки все-таки лучше добавить на ваш лендинг, или какие-то блоки убрать, или у вас вполне достаточно приличный лендинг, или просто покажу лендинги, которые я считаю, либо те, у которых действительно есть хорошие конверсии, есть хорошие результаты. Я буду просто показывать ваши аналоги ваших лендингов, но в более прогрессивной форме, то есть те, которые уже добились каких-то успехов. Собственно, до встречи на вебинаре, ребята. Всего хорошего.